Лаймовый тарт – это нежная кисло-сладкая начинка с хрустящей основой. Это традиционный американский открытый пирог родом из Флориды. Начинка нежная с приятной кислинкой. Очень насыщенный по вкусу и в то же время очень нежный по текстуре. Лаймовый тарт – очень вкусный и простой в приготовлении десерт. Начинка нежная, с ярким и сильным лаймовым вкусом, кремообразная и душевная, а основа хрустящая. Делать этот тарт невероятно легко. Основа готовится из молотого печенья, а для начинки нужно просто смешать все ингредиенты вместе. 1. С помощью блендера измельчите печенье в крошку. Добавьте к нему растопленное сливочное масло. 2. В форму для торта утрамбуйте печенье, сформируйте ровный корж. Испеките его в течение 15 минут при температуре 180 градусов. 3. Натрите цедру лайма на мелкой терке. Выдавите сок при помощи соковыжималки. 4. Взбейте миксером сгущенку, желтки, цедру и сок лайма на средней скорости. 5. Влейте крем в корж торта и запеките его еще 15 минут в духовке. Охладите тарт в течение получаса в холодильнике, подавайте десерт к столу.